Спонсор прогноза погоды – Центр отделочных материалов «Клондайк». Разнообразный товар в «Клондайк» поступает без сбоев. Широкий выбор керамической плитки и обоев. По душе ламинат всегда подберете, санфаянс на свой вкус у нас вы найдете. Акции, скидки, подарки дадим. «Клондайк» в нашем городе номер один. Бердск, вокзальная, 2/5. По информации синоптиков Западносибирского метеоагентства, 14 октября ночью и днем небольшая облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Ночная температура воздуха -8, -10, дневная +7, +9 градусов. 15 октября небольшие дожди. Ветер южный 2,7, днем порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, +5, местами -2, -7 градусов. Днем +7, +12. 16 октября дожди, временами с мокрым снегом. Ветер западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура ночью -1, +4, днем 5-10 градусов тепла. 17 октября без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура ночью -2, +3, днем 8-13 градусов со знаком плюс. Спонсор прогноза погоды – Международный томографический центр МРТ-технологии. Спонсор прогноза погоды – салон VR Оптика. Спонсор прогноза погоды – финансово-кредитная организация «Бердский ломбард». Величайшие врачи всех времен и народов сражались с невидимым врагом, имеющим множество обличий и одно имя – болезнь. Великих врачей было так мало, а болезней так много. Теперь же интуицию великого целителя многим больным дает он – магнитно-резонансный томограф. Видеть невидимое, служить людям. Компьютерная диагностика зрения на новом оборудовании, бесплатное изготовление очков, регулярные поступления новых моделей и подарочные сертификаты. Весь октябрь пенсионерам проверка зрения 200 рублей. Финансовая помощь на выгодных условиях. Бердский ломбард. Займы под залог любого имущества, скупка и продажа ювелирных изделий. Город Бердск, Ленина, 46. Первомайская, 11. Красная Сибирь, 123. Город Искитим. Микрорайон Индустриальный, 52. Проспект Юбилейный, 22. Единая справочная, 299-88-40.